Утром 26 октября 1962 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев срочно вызвал к себе Анастаса Микояна, заместителя председателя Совета министров. Сложнейшие переговоры с Кеннеди успешно завершились накануне вечера. Хрущеву удалось добиться от американцев гарантии ненападения на Кубу в обмен на демонтаж размещенных на острове советских ракет. Что же могло случиться за какие-то несколько часов? Микоян вошел в кабинет первого секретаря и увидел совершенно растерянного, не похожего на себя Хрущева. «Анастас, тебе необходимо срочно лететь на Кубу», – устало сказал Хрущев. «Мне сегодня ночью звонил Фидель Кастро. Он в бешенстве. Кричит, что не доверяет устным обещаниям американцев и грозится высадить десант в Майами. Ты знаешь Фиделя. Попытайся остановить его». В этот же день Микоян вылетел на встречу с Кастро. Переговоры шли уже третью неделю. Кастро ни на шаг не хотел отступать от своих позиций. Ситуация явно зашла в тупик. На 18-й день Микояну принесли телеграмму от Хрущева. Анастас Иванович прочитал ее и страшно побледнел. Я зашел, застал его в таком, в драматическом состоянии. Я никогда в жизни его не видел. Он всегда был собран, энергичен, организован. И вдруг я вижу безжизненное тело, которое лежит вот так поперек кровати с откинутой головой и смотрит в потолок. И он мне говорит: «Мама умерла, ты должен полететь в Москву на похороны». Я говорю: «А ты?» Он говорит: «А я не могу». В тот же день Микояна навестил Фидель Кастро, чтобы выразить свои соболезнования по поводу кончины его жены Ашхен. «Я дал команду подготовить ваш самолет», — сказал Кастро. «Я не полечу», — ответил Микоян. «Я не могу. Мы еще не закончили переговоры». Простая человеческая трагедия и сила духа, проявленная Микояном в этой ситуации, потрясли Фиделя. После секундного колебания Кастро решительно сказал: «Совещание возобновляется. Я согласен на вывод ракет». Анастас Микоян родился в большой семье простого плотника Аванеса в 1895 году в селе Санаин Тифлисской губернии. Анастас был отправлен на учебу в Тифлис, в духовную семинарию. Это было одно из лучших учебных заведений в Закавказье. Духовную семинарию окончил в том же Тифлисе и Сталин. Микоян поселился в доме родственницы своей матери. Старшую дочь тети звали Ашхен. Они сразу понравились друг другу. В 1915 году Микоян вступил в партию большевиков. В этом же году он блестяще окончил семинарию. Вскоре началась февральская революция. Микоян уехал в Баку и с головой ушел в политику. Он быстро продвигается по партийной лестнице. В 1920 году его назначают секретарем губкома ВКПБ в Нижний Новгород. Туда Микоян вызывает Ашхен. Наконец они смогли пожениться и больше никогда надолго не расставались. В мае 1922 года Анастаса Микояна перевели в Ростов-на-Дону. Беременную жену он еще зимой отправил к ее родителям в Тифлис, где летом и родился первенец Степан. В августе 26 года Микояна вызвали в Москву. Его, как инициативного работника, рекомендовал Сталину Серго Орджоникидзе. 30-летнему Анастасу предложили пост народного комиссара торговли. Самый молодой в составе Политбюро, Микоян стал и самым молодым наркомом. Они сошлись в общих взглядах и в общих убеждениях. И Сталин, и Микоян изначально не верили в мировую революцию. Поэтому считали, что
главная задача руководства – поднимать свою страну. Вот на этом Сталин и Микоян сошлись изначально, не будучи знакомы друг с другом. Микоян переезжает в Москву. Скоро в столицу приезжает Ашхин уже с тремя сыновьями – Степаном, Владимиром и Алексеем. Новым адресом семьи становится Москва, Кремль. В корпусе так, длинный-длинный коридор с большими подоконниками. Допустим, если идти по коридору, налево эти окна с подоконниками, а направо двери идут, дверь за дверью. А на двери отпечатанные на машинке, значит, маленькая, значит, такой шильдик висит. Фамилия того, кто живет. У кого семья поменьше, одна комната, у кого семья побольше, значит, две комнаты. А уж когда какие-то семьи разрастались, то еще даже три комнаты. Там были у нас три детских комнаты. Правда, маленькие, одна особенно маленькая. У нас пятеро детей. В одной жили двое, в другой двое, я бы жил один. Маленький. Кабинет отцовский, спальня отцовская. Столовая, гостиная, кухня. Еще маленькая комната для домработниц. Там бабушка у нас жила. Кремлевская коммуналка почти ничем не отличалась от обычных коммунальных квартир. И Ворошилов, и Молотов, у них были очень такие жены, как бы вам сказать, ну, может быть, строгие, не строгие, мы с ними не дружили. А с Микоянами, да, и ходили в гости, и... В общем, и праздники вместе праздновали. Каждый, не каждый хотел с нами дружить-то. Потому что, может быть, они думали, что мы что-то скажем Сталину. В 20-х годах в стране царила разруха, инфляция. Микоян на посту наркома торговли делает все возможное, чтобы справиться с тяжелейшей ситуацией. Работает по 20 часов в сутки. А дома его ждут жена и уже пятеро сыновей. За это время родились Вано и Серго. Отец очень занят был. Когда мы уходили в школу, он спал, поскольку ложился очень поздно. Когда мы приходили из школы, он на работе. Иногда, правда, вечером приходил пообедать, это в ужин, а он приходил, ну, поесть и опять уезжал на работу. Поэтому, когда он приезжал окончательно, мы спали уже. В 1934 году Микояна назначают наркомом пищевой промышленности. Мы, товарищи, обязаны, кроме выполнения плана и перевыполнения его, внести ряд качественных изменений в работе пищевой промышленности. Чтобы мы, товарищи, были в передовых рядах, и чтобы страна могла бы гордиться одной из своих отрядов армии, армии пищевиков. Вскоре Сталин отправил его в длительную командировку в США, да еще вместе с женой. Сталин ему сказал, говорит, возьми жену, говорит, за границей принято, когда едет какой-то ответственный человек, обычно с членом семьи с кем-то ездит. Поэтому мама поехала. Это вообще событие, которое мы вначале мы огорчились, потому что мы собирались всей семьей ехать на юг, на море. И вдруг отец приезжает вечером домой, уже буквально завтра на поезд надо. И говорит, не едем мы на юг, вот мы едем в Америку. За два месяца пребывания в США супруги побывали во многих городах. Однажды Ашхин заинтересовалась булочкой с котлетой, которую американцы называли гамбургер. Они попробовали, понравилось. И на следующий год в крупных городах Советского Союза уже появились специальные киоски, в которых продавали котлеты с булочкой. Результаты его поездки мы с вами ощущаем до сих пор. На улице реклама сосисок комбината Микоян. Но комбинат-то этот он привез из Штатов. И не один такой был построен. После визита в Америку у нас появились не только сосиски. У нас появился кетчуп, который тогда назывался соус южный и соус острый. Микоян попытался наладить производство Кока-Колы, но отказался, и стали мы производить свой лимонад, но примерно по такой же технологии. Появилась
знаменитое мороженое. Вообще мороженое было настоящим увлечением Микояна и любимым лакомством его жены. Даже Сталин как-то заметил: «Ты, Анастас Иванович, такой человек, которому не так коммунизм важен, как решение проблемы изготовления хорошего мороженого». Напряженная работа Микояна постепенно приносила свои плоды. В стране были отменены продовольственные карточки. В магазинах появились разнообразные продукты. В 1935 году Микоян был избран членом Политбюро, а в 1937 назначен заместителем председателя Совнаркома. С этого момента он входит в ближайшее окружение Сталина. И уже из этого круга пути назад не было. Сегодня я армия НКВД, первый командующий этой армии товарищ Жовец, любимцы советского народа. В 30-е годы Микоян еще верил Сталину. Однако он видел, как его товарищи по партии один за другим исчезают в подвалах Лубянки. Он не раз обращался к Сталину со своими сомнениями. В конце концов, эти ходатайства Микояна надоели Сталину. Чтобы навсегда отбить охоту к подобным обращениям, он назначил Анастаса председателем комиссии по расследованию заговора, якобы организованного его близким другом, видным деятелем коммунистической партии Николаем Бухариным. Микоян все понял, но был вынужден подписать заключение о передаче дела в НКВД. А потом случилось загадочное самоубийство его старого друга Серго Орджоникидзе. Когда Серго Орджоникидзе застрелился, а он дружил с ним, с отцом, он говорил довольно резко: «Не верю, не верю». Видимо, что-то Сталин там... Ведь Орджоникидзе, если бы не застрелился, его бы, наверное, арестовали вскоре. Сталин к нему претензии имел такие. И вот тогда отец сказал маме, она, видимо, чего-то его спрашивала, он говорит: «Не верю, не верю». Старательный и честный Микоян был нужен Сталину. В 1938 году он предложил ему возглавить наркомат внешней торговли. Микоян согласился. Нагрузка была чудовищной. Единственной отдушиной для Микояна оставалась семья. И прежде всего, его жена и самый близкий друг Ашхен Лазаревна. Я считаю, что это образцовая вообще пара была. Они очень хорошо жили. Ну, иногда мама на что-то обижалась. Это потом выражалось в том, что она молчала, не разговаривала. А потом он начинал разговор. Вот. Ну, сердиться на нее, может быть, и было, но по мелочам каким-то. Чуть-чуть он, бывало, может быть, повышал голос, что что-то ему не нравилось. Что он делал, может, в отношении нас. Но таких ссор я не помню вообще. Анастас Иванович, как член Политбюро ЦК, получил государственную дачу в местечке Зубалово, недалеко от Москвы, рядом с дачей Сталина. Каждые выходные личный водитель привозил наркома торговли в загородный дом. Вы знаете, я скажу, что мне было приятно работать с ним. Он очень добрый. Вы понимаете, вот мы работаем сколько... Он никогда, чтобы я его из Кремля привез на дачу, и он сказал, что не поужинал, он всегда говорит: «Александр Макарович или Жаков, зайдите, говорит, поужинайте, наберите яблок, и потом езжайте отдыхать». На даче по выходным любила собираться вся семья Микоянов. Съезжались многочисленные гости. И так на протяжении десятилетий. В воскресенье все были на даче, должны были быть обязательно к обеду, все должны были быть на даче. И не могло быть, чтобы мы почему-либо, мало ли какие дела там свои личные, это все отметалось с нами, потому что мы знали, что Анастас Иванович нас всех ждет. И это не было его ожиданием таких, как это вы не пришли. Но это не обсуждалось. Это был какой-то семейный закон. Чуть ли не 20 человек собиралось на даче, плюс всегда были гости какие-то. Кто-то кого-то привозил с собой. Допустим, мои родители могли привезти своих знакомых. Либо приезжали родственники из Армении, еще кто-то. Родственники из Москвы и другие. Родственники Артема Ивановича, его родного брата. То есть на даче всегда было больше, чем 20 человек. Ну не всегда, но практически всегда. Вот, очень гостеприимный, хлебосольный человек, любил, когда люди вот едят, хотя стол был достаточно скромный.
Артем – младший брат Анастаса Микояна. Он приехал в Москву и пошел работать на завод. Вскоре Артем Микоян поступил в военно-воздушную академию имени Жуковского. Окончив ее, начал работать в КБ Поликарпова. А потом он вместе с конструктором Михаилом Гуревичем создал собственное КБ. Они начали проектировать истребители, которые назвали по первым буквам своих фамилий – МиГ. Первые самолеты КБ Микояна и Гуревича уже с 41 года принимали участие в Великой Отечественной войне. В 30-е годы вообще авиация была очень популярна в стране. В народе, в стране летчиков относились почти как к космонавтам потом, после Гагарина. Ну и потом мой дядя Артем Иванович в 32-м году поступил в Академию Жуковского. Я у него дома был и видел там какие-то чертежи самолетные и так далее. Это тоже меня как-то привлекало. Но в мирную семейную жизнь Микоянов постоянно вторгались кремлевские интриги. Однажды Иосиф Виссарионович по подсказке Берии обвинил кремлевских жен в том, что они бесплатно пользуются спецателье. Отец пришел домой очень рассержен. И говорит матери, почему ты не платишь в ателье? Она страшно обиделась. Он говорит, значит, ты им веришь больше, чем мне. Спустилась в подвал. Взяла соответствующую коробку, которая была ей нужна, ателье за все годы. Ему принесла, поставила перед ним и сказала, вот, говорит, и ушла. То есть обиделась. Он страшно обрадовался. Он эту коробку взял и на следующее же заседание Политбюро пришел с коробкой. Можете себе представить, член Политбюро приходит с коробкой с квитанциями и говорит, я не знаю за других жен, но моя жена аккуратно платила за все, за все эти годы. И вот, говорит, доказательства. Но когда он пришел домой, мама на него была обижена еще. В июне 41 года началась война. Микоян был назначен членом Государственного комитета обороны, высшего органа власти в стране во время войны. Первым в семье Микоянов ушел на фронт Степан. И спустя 3 месяца он едва не погиб. Его действительно сбил свой летчик, и он упал на горящем самолете. Он сильно обгорел. Сил хватило на то, чтобы, в общем, только вылезти из машины. А дальше его спасли мальчишки. Когда начались бои на подступах к Сталинграду, полк Степана перебросили в самое пекло. Узнав об этом, на фронт стал проситься и второй сын, 18-летний Володя. Он пришел к отцу и пожаловался, что его из-за фамилии не пускают на фронт. Ашхен Лазаревна поддержала сына в его решении. И тогда Анастас Иванович впервые в жизни попросил за своего родственника. Позвонил, куда следует. Володю отправили под Сталинград, в полк Степана. Случилось так, что Степан отдыхал, Володин самолет ремонтировали, и Володя подошел к Степану и сказал, дай мне твой самолет, я на нем сделаю вылет. Он вылетел и не вернулся. И неизвестно, в общем, что, так сказать, случилось. Его самолеты не нашли, хотя, в общем, предпринимались огромные усилия. Ну и есть свидетели, как отцу об этом сказали. Принесли телеграмму сообщавшую. И отец только отошел к окну, стоял, а потом говорил только одно. Как сказать жене? Как сказать жене? А мама за это, наверное, и рано начала болеть, и рано умерла. Она всю жизнь не могла забыть и перестать переживать. Спустя недолгое время случилось новое несчастье. Пропал 16-летний сын Вано. На даче вдруг исчез Ваня. Мама в панике, значит, нету его. Может, на речку пошел, может, утонул, куда делся. Она в плаче звонит отцу на работу. Ваня пропал, куда-то исчез. Ну, отец тоже, конечно, переживал. Все. А потом он ей звонит через несколько часов. Не волнуйся, он в тюрьме. Не
волнуйся в том смысле, что он не погиб, что он живой, но он в тюрьме. Потом стало известно, что сын министра авиационной промышленности Володя Шахурин в приступе ревности застрелил свою невесту, а потом застрелился сам. Началось следствие. Выяснили, что пистолет Шахурин взял у Вано Микояна. По ходу дела открылось, что кремлевские дети играли в правительство. Выбирали наркомов, назначили главу правительства. Прокуратура СССР не нашла в этой забаве состава преступления. Но у Сталина было свое мнение. Он решил опять напомнить своему окружению, кто в доме хозяин. Дело снова открыли. И уже квалифицировали его как создание антисоветской молодежной организации. Я гулял. Ко мне подошли и сказали, знаешь что, вот тут приехал какой-то офицер из Москвы, он хочет, чтобы ты с ним побеседовал. Я вышел за ворота. Он говорит, понимаешь, сейчас твоего брата должны привезти обратно. Но прежде ты должен поехать тоже, ответить на какие-то вопросы, и вы вернетесь вместе. Я говорю, ну я как-то не одет, потом мама ничего не знает. Я говорю, сейчас я схожу к маме, скажу, что я уезжаю. Он говорит, да не нужно, говорит, это всего, говорит, езды, говорит, полчаса туда, полчаса обратно, говорит, 10 минут там, говорит, так что она даже и не увидит, что вы уезжали. И я поехал. Но Сергей не вернулся домой ни через 2 часа, ни через неделю. Серго и Вано Микоянов, обвиненных в антисоветской деятельности, сослали в Среднюю Азию, где они находились до самого конца войны. Мама, конечно, понимала, что это дело Сталина. Ясно, что это без его не только согласия, а без его подсказки никто бы этого не сделал никогда. Конечно, его было указание. И она тоже это понимала. И она его давно уже не любила. Но нам, мы это ничего не ощущали, не чувствовали, но она понимала, что я... Вот некоторые говорят, почему отец не мог что-то попросить. Но это же смешно. Она-то понимала, что это невозможно. Представляете, если это Сталин сам этому содействовал, и прийти его просить, а, вот для тебя, значит, личные интересы важнее, чем дела государственные, чем серьезные. Вот. Может быть, Сталин только и ждал, что придет просить. Отец, конечно, не просил ничего. Летом 45-го Серго и Вано вернулись в Москву. После того, как закончилась война, многие люди, в том числе из ближайшего окружения Сталина, надеялись, что в стране наладится другая, новая жизнь. Без ночных арестов, лагерей, расстрелов. Верил в это и Микоян. Однако уже в 49-м году было инсценировано так называемое «Ленинградское дело». Одним из фигурантов этого процесса был Алексей Кузнецов, секретарь ЦК ВКПБ. Многие в то время говорили о нем как о преемнике Сталина. Это изгубило молодого и амбициозного политика. Ленинградский процесс напрямую коснулся и Микоянов. Еще до ареста Кузнецова его дочь Алла и сын Микояна Серго решили пожениться. Когда был назначен день свадьбы, Кузнецов был снят со своего высокого поста. Все понимали, что дальше его ждет арест и, возможно, смерть. И в это время Каганович говорит моему отцу, я слышал, что твой сын хочет жениться на дочке Кузнецова. Он говорит, да, говорит, и у нас уже назначена свадьба. А Анастас говорит, неужели ты не понимаешь, какая это глупость? Неужели ты не понимаешь, что с Кузнецовым будет? Он говорит, у меня нет иллюзий, говорит, на эту тему. Но они друг друга любят, и мы ее любим тоже. А она нам очень нравится. И я не буду мешать этому браку, а она наоборот, сделаю все, чтобы она у нас себя чувствовала как дома.
свадьба вторая состоялась у них на даче. И причем отец не поехал на эту свадьбу. Видимо, считал, нельзя ставить на социальное в сложное положение. Тогда все следили, и охрана, и, в общем, это все на виду было. Но Анастас Иванович сам позвонил моему отцу и сказал, я узнал, что ты чего-то нездоров, приезжай. А отец сказал, что у него что-то вот животом подвело. Живот, он говорит, ну ничего, уборных у нас хватит на даче. И вот его заставил приехать. Кузнецов был арестован за антипартийную деятельность и 1 октября 50-го года расстрелян. Его жена была отправлена в ГУЛАГ. Но детей Кузнецова Микояна не бросили. Анастас Иванович неоднократно шел на компромиссы, но всему был предел. Я шел со школы, и остановилась машина, меня позвали. Эта машина была семейной машиной Анастаса Ивановича. И меня буквально вот так с трассы, с дороги взяли и привезли на дачу. Оказывается, Анастас Иванович узнал, что готовилось решение о моей... моей высылке, видимо, в детскую колонию, думаю, вот так. И вот решил меня спасти от этого дела. И меня привезли вот на дачу в Усово, сюда недалеко, и рекомендовали мне вообще не показываться на улицу, потому что, мало ли, все же охрана-то была подведомственная, была подчинение как-никак у Берии. Анастас Иванович проявил совершенно невероятное и мужество, и благородство. Анастас Иванович-то знал прекрасно, что может последовать дальше, что последует. И, в общем, понимал, что он рискует очень-очень многим. Семья врага народа, все, она была вне закона. Несмотря на слова Сталина, что сын за отца не отвечает. Почему же Сталин не предпринял никаких действий против Микояна и его родных? Иногда он мог пойти на некоторые отступления от установленных им же самим правил игры. Особенно если человек был ему нужен. Он был искренен. И Сталин это видел. И, конечно, видимо, как тонкий психолог, он это оценивал. Потому что многие другие рвались вверх. Кто-то рвался даже опустить Сталина и подняться вверх выше него. А этот не рвался вообще. Так что это уже было в пользу его в глазах Сталина. Кроме того, я должен сказать, что, ну, может быть, это будет уже не к его в чести и не к достоинству его, а к его минусам. У него была интуиция приспособляемости. В 1949 году генеральный секретарь впервые поручает Микояну важное дипломатическое дело. Урегулирование с Китаем пограничных вопросов. И в дальнейшем его будут направлять на самые сложные переговоры с руководителями других стран. В октябре 52 года состоялся пленум ЦК КПСС, на котором, в частности, обсуждалась новая книга Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР». Все члены Политбюро выразили полное одобрение новому курсу. Один Микоян ничего не сказал. После заседания Сталин подошел к нему и спросил. Ты здорово промолчал о моей книге. Ты, видимо, не согласен? На следующий день генеральный секретарь обвинил Микояна в том, что он попал под влияние американского империализма. Сталин предложил не вводить Микояна в бюро президиума, вновь образованный высший орган партии. Мы не знали, что отец с того момента жил...
сознании того, что в любой момент, то есть обязательно придут, только он не знал когда, чтобы арестовать. И он, как потом он сказал племяннику моему, что он с тех пор держал пистолет под подушкой, и у него был пистолет на работе, чтобы застрелиться. В случае самоубийства Микояну удалось бы сохранить жизни своих близких. Их бы не репрессировали, как семью врага народа. Микоянов спасла только неожиданная смерть Сталина. Думали, как же мы теперь будем жить без Сталина? Буквально такая была мысль. Как же можно без него жить? Как же? Что будет? Я отцу потом как-то на даче был у него и говорю, вот я каждый день ходил в колонный зал. И вдруг он говорит, ну и зря. Как-то в один из воскресных дней семья собралась на даче. Были, конечно, и гости. И кто-то вдруг заговорил об арестах. Его перебили. Мол, не надо об этом сегодня вспоминать. Отец вдруг встал и сказал, нет, надо. И в том числе в его речи, в его этом, вот в тосте, не в тосте, вот когда он встал, были слова такие, что мы мерзавцы. Мы все были мерзавцы. Анастас Иванович еще до знаменитого доклада Хрущева в своем выступлении в прениях на 20-м съезде выступил с критикой Сталина. Мало кто знает, что прежде чем доклад был произнесен с трибуны, Анастас Иванович дал прочитать его дочери Сталина, Светлане Аллилуевой. У Микояна в доме, в его библиотеке, я сидела 2 часа и читала. Потому что, как они сказали, чтобы у вас не был шок, вы придете на партийное собрание и там это читают. Так что вот мы вам дали, чтобы вы прочли. Ну, они также дали мне это для того, чтобы посмотреть, какая у меня будет реакция. Потом я, значит, спустилась сюда к Микояну в столовую, и я ему сказала, что, к сожалению, это очень похоже все на правду, то, что я там прочла. Так что Микоян вздохнул с облегчением и сказал, ну, слава богу, а мы боялись, что ты будешь, значит, протестовать и рыдать. Рабочие отношения Микояна с Хрущевым складывались непросто. Но по-человечески они симпатизировали друг другу. Они были единомышленниками. Я могу просто голову дать на отсечение, что Анастас Иванович, Никита Сергеевич, вот в эти сложные во все перипетии, он и был его первой поддержкой. Я не знаю, что говорят документы еще там дополнительно, но то, что я видела, он его всегда поддерживал. На самом деле Анастас Иванович часто не соглашался с первым секретарем, спорил с ним. Это проявлялось даже в мелочах. Однажды Микоян вместе с семьей отдыхал под Ялтой. Тогда в Советском Союзе шла активная борьба с так называемым тлетворным влиянием Запада на молодежь. Осуждение вызывали длинные волосы, короткие юбки, брюки, клеш и даже шорты. Когда был в Ялте, мне там рассказали, что вот девушка в шортах пошла по улице, шла из пляжа, пошла на шорты. Ее в отделение забрали. Я приехал когда домой и отцу рассказываю. Вот, говорю, ты что, дошли? Девушку в шортах в милицию забрали. Он ничего не сказал. А на следующий день он ехал на какую-то там стройку. Он, кстати, когда отдыхал, он ездил в колхозы, ездил в совхозы. Я с ним раза 2 или 3 ездил. И вот он ехал на какую-то стройку. И поехал в шортах. Какой-то как вызов какой-то. Я сам удивился. Смотрю, выходит из дома в шортах. Никита Хрущев очень ценил дипломатический дар Микояна. В 1959 году, сразу после Кубинской революции, он впервые направил его в Гавану наладить дружеские отношения с кубинскими революционерами и лично с Фиделем Кастро. Осенью 62-го, в разгар Карибского кризиса, именно Микоян снова полетел на Кубу. Там, во время переговоров с Кастро, он узнал о смерти своей жены. Хоронили Ашхен Микоян 5 ноября 1962 года в Москве. На похороны собралась вся семья, друзья. Приехала Нина Петровна Хрущева. Не было только одного человека – Никиты Хрущева. На следующий день, когда он меня вызвал в Кремль, и сказал, я, говорит, на похороны не приехал, не люблю, говорит, похороны.
Это же, говорит, не на свадьбу ходить. Только через месяц Анастас Иванович смог приехать в Москву и посетить могилу своей жены. В октябре 64-го Микоян и Хрущев отдыхали в Пицунде. 12 октября Анастасу Ивановичу позвонили из ЦК. Его попросили переговорить с Хрущевым и, не допуская эксцессов, привести его в Москву на экстренный пленум, якобы по хозяйственным вопросам. Микоян понял, что политическая карьера Хрущева закончена, а на него в очередной раз возлагается нелегкая миссия переговорщика. 13 октября Микоян и Хрущев прибыли в Москву. Через день Никита Сергеевич Хрущев решением внеочередного пленума был снят со всех государственных и партийных постов. Многие до сих пор считают, что Анастас Микоян предал Хрущева. Однако его дочь утверждает, что на пленуме поддержал Хрущева только Микоян. Анастас Иванович был единственным человеком, который, ну, как-то встал на его защиту, что ли. Он говорил, что вот как же так, человек с большим опытом, и все, надо ему оставить какой-то фронт работы, какую-то должность. Никита Сергеевич и Анастас Иванович на одной машине приехали вместе. Машина развернулась прямо к особняку, а мы там стояли у крыльца. Анастас Иванович с нами задержался. И он сказал, что вот, видите, Хрущев забыл, что при социализме бывает тоже борьба за власть. После отставки Хрущева отношения с новым руководством у Микояна сразу не сложились. К тому времени ему исполнилось 70 лет, и его попросили выйти на пенсию. Анастас Иванович возражать не стал. Он работал некоторое время в президиуме Верховного Совета СССР. Небольшой кабинетик в Кремле ему оставили, но большой дачи лишили. Микояна переехали в маленький летний домик. Когда он переехал на эту новую дачу, она была деревянная, была ближе к реке. Этот домик, который перешел Анастас Иванович, был попроще, конечно. А он сказал, что мне думали сделать хуже, а сделали лучше. Здесь нет сосен и чистый воздух. И мне это только полезно в моем возрасте. К Микояну часто приезжали внуки. Дед в них души не чаял. И когда ехал в отпуск, старался забрать с собой их всех. Очень был внимателен к своим внукам. Причем удивительно, он не проявлял такой доброты, знаете, сюсюканье, там, целоваясь или что-то еще. Он просто был так к ним тепло относился. Вот каждый свой отпуск, он всех 10 внуков возил с собой отдыхать. Понимаете, это кому-нибудь, наверное, покажется диким. Ехать отдыхать и брать с собой 10 малышей, которые все шумят, кричат, но он, видимо, в этом жил. Это ему действительно приносило отдых. 21 октября 1978 года, в ночь на субботу, Анастас Иванович Микоян скончался на своей даче. То, что похоронили на Новодевичьем, вы знаете, между прочим, говорят, что будто бы он сам так хотел. Это нет, не так. Но когда умер Андреев, бывший член Политбюро, его похоронили тоже на Новодевичьем, мой отец сказал такую фразу: а все-таки там, наверное, лучше, люди все-таки ходят. Всем известны крылатые слова о Микояне: от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича. Действительно, его политическое долголетие, умение договориться с друзьями и врагами удивляет. Микоян очень талантливый политик. Умный, понимающий, что является главным сегодня, завтра, послезавтра для страны. И вот это понимание главного, наиважнейшего, плюс нежелание разжигать страсти, стремиться добиться решения всего максимально мирным путем, нежелание лезть на первые роли, как это было с Хрущевым, с Брежневым, и позволило Микояну
столь долго находиться на Олимпе власти. Сам Анастас Иванович как-то на вопрос западного корреспондента о его политическом долголетии ответил: «Мне просто везло». Каждый год, вот уже 30 лет, 13 ноября, в день рождения Анастаса Микояна, собирается вся его семья. У каждого из них своя судьба. Каждый нашел свое место в жизни. Старший Степан стал заслуженным летчиком-испытателем СССР, героем Советского Союза. После войны он в течение 23 лет испытывал боевые самолеты. Прошагал практически все ступеньки карьерной лестницы. От рядового испытателя до первого заместителя начальника научного института. Алексей дослужился до звания генерал-лейтенанта авиации. Под его руководством проходили пролеты истребителей над Красной площадью в дни больших торжеств. В 1986 году его не стало. Он был похоронен рядом с отцом и матерью на Новодевичьем кладбище. Иван пошел по стопам дяди Артема, стал ведущим инженером в конструкторском бюро имени Микояна. Младший сын Сергей – историк, специалист по международным отношениям. 10 внуков – уже давно взрослые и состоявшиеся люди. Среди них есть ученые, бизнесмены, экономисты. А сын Алексея Анастас, которого назвали в честь старшего Микояна, увлекся музыкой и решил посвятить ей свою жизнь. Его мать Нами любит вспоминать, что в юные годы Стас побаивался. Дед вряд ли одобрит его выбор. Дед еще был тогда всем политбюро. И Стасик решил поменять все эти, придумать себе псевдоним. И вот он придумал, значит, сократил имя, сделал Стас, а фамилию сделал мое имя. Меня зовут Нами, он сделал Намин. Но кто-то из родственников сказал Анастасу Ивановичу, что Стас отказался от фамилии вроде бы. Ну, знаете, как-то откуда-то дошло какой-то слух какой-то. И когда Стасик принес ему эту пластинку, тот ему говорит, что какой молодец. Еще бы не хватало, если бы ты написала, что это оркестр Анастаса Микояна. Сегодня в семье Микоянов 20.